одной фигне по перекидыванию. Сначала делаем 30 перекидываний, просто стандартно. Просто делайте 30. Просто я хочу, чтобы вы сейчас поняли вообще разницу вообще во всех перекидываниях. Изначально во всех перекидываниях самое главное научиться двоерукости. На каждом перекидывании не забываем бить по спусковому крючку. Нет, без движения просто перекидываем. То 30-ку сделал, все делаем то же самое, только ноги чуть пошире делаем. Делаем немножко перекидывания с выходом в сторону. Также 30-ка. Это следующий такой old school. Хорош тем, что вы застоите за фигурой, и изначально ваши ноги и тело за фигурой. Выглядывайте только телом. Тридцатку сделали, допустим, забили. Следующая, та же самая байда, перекидывание маркера, но с перестановкой ног. То есть встали в позицию. Обратить внимание то, что при остановке ног ваше плечо автоматом доворачивается назад. Понятно, да? То есть если до этого у вас, чтобы назад довернуть, нужно двигать было телом, то здесь уже оно само плечо доворачивается назад. Забили, да? Теперь то же самое, только делаем гораздо шире. Это у нас будет выглядеть, как будто вы стоите за конвертом. То есть встали, стрельнули, широко перестали, стрельнули. То есть сегодня у нас будет основная работа на конвертах. Из-за бочек, из-за всяких мы научились двигаться, а вот из-за конвертов не научились. Больше напряга делаете именно в сторону. Вперед. Вперед идти. Все, погрелись? Да, по балансу. Каждый самостоятельно делает баланс. Устраиваемся вот так в одну линию. Баланс делаем в ту сторону. Каждый делает баланс. При этом мы сзади, слева-справа смотрим на вас и пинаем под жопу, если что-то неправильно. Упражнение на баланс. Встали. Раз, два, три, четыре. На одну руку 10 раз, на другую руку 10 раз. Упражнение на баланс, самое главное. Устал. Назад. Когда прыжок делай, у тебя получается поплывок вот такой. Старайся, чтобы ты просто перепрыгивал вперед. Юльчик, что у тебя там? Показывай. Тренировалась дома. Давай. Правой рукой дурак, может, левую руку перестегивай.
Держи, на одной ноге задерживайся немножко побольше. Я чтобы он себя сзади видел давай, просто. Вот встань на одну ногу, просто стой снимай. Давай сюда. Андрюх, иди по квадрату, что ты здесь такой? Иди вон, спокойно. Давай. Андрюха, за него или перед ним? Да ты давай просто попробуй, идите. Ты же сейчас без отстрела идете. Тем более тут. Здорово. Нормально. Нет. Я на этом, в парке горьких. Что ты, блядь, сказал про него? Димон, ты? Да? Давай, на парке. Через Товтак? По-любому не будет в другой части города. А что там? Блин, реально это в другом конце города. Тогда что за причиндал тебе надо, подожди. Расстояние небольшое, возьмите между собой, чтобы не мешаться. Руки затекают. Ну, блин, это вообще, Димон, в другой стороне учитывая, что тут вчера лучше перебывать. Не просто занят. Ну, давай, я даже сейчас защитился. Погнали. Я пока на тренировке, Подожди, вот сейчас назад пойдет, я назад пойду. Еще два раза. Ой, косые! Подожди, подожди. Сейчас Даня пойдет назад, ты за ним пойдешь. Косодыры! Косодыры! С 5 метров попасть не можете! Сюда яма! Косодыры! Оба! Я вообще, говорит, прихожу только повыебываться звуком люкса, а остальное все хуйня. Пью-пью, все классно, запах. Шары не летят, да, у нее? Бля, мужик, я одел крышу, не вижу. У меня стены, как будто я вижу мир, бля. Развернулся назад, ушел? 5 раз точнее попадать, бля. Вообще никогда не было. Я один раз был там, мира, все лето было. Бля, они у меня всех ремонт просто себе остались, бля. Все, следующий, пошел сразу. Стоп. Перед Ренатом, знаешь, Витя пускай идет. Вот, но Ренат тяжело, он говорит, что в одного раза. Бля, уже приятно, да, всем приятно. Он будет оптимировать бетон. Люк, смотри, где он перекатывает. Смотри, левее выходит все. Вот как вы теперь назад обратно, друг другу мешаете все? Вдвоем надо выходить. Нормально, нормально. Посадишь, хотя бы выключишь. Давай влево. Ну, классно? Заходи. Мужик, одень маску. Ниже опускайся. Никто. Есть смысл ниже опускайся. Вот. Вот.
сам поражаюсь. Ребят, что не делал? Женя, ты не делал, да? Да, попинай лучше. Давай, что вот так вот на нем? Давай дальше двигай. Что, движение ты не делал? Давай, вперед, стол. Ребят, кто не делал, кому еще надо? Заходи, Женя, заходи. Походу батарейки помню. А когда сами я так летят, то все кончилось. Так, вот так. Локоть. Андрей, локоть. Что за хуйня, он попадает? Локоть, Андрей, локоть. Ребят, в любом упражнении, главное упражнение, то есть сделайте его и настоять. Так, кому еще дальше нужно? Да все же, все прошли. Все прошли. Давай, Женя. Да и не спеши, не беги. Не беги, не беги, Жень. Больше, больше стреляй. Это же, блядь, ротор, что-то вот ему выбирает, да?